Инспектор по делам несовершеннолетних на конкретных примерах рассказывает восьмиклассникам права и обязанности детей. Куда обращаться в случае их нарушений, какие международные и федеральные законы регламентируют отношения детей и взрослых. Ситуация такая. Учитель говорит ученику: «Ты сегодня дежурный, вытри, пожалуйста, доску и полей цветы». А ученик ей отвечает: «Вы не имеете права заставлять меня дежурить». Запрещено ли это конвенция о правах ребенка? Нет. Повод пригласить ребят в Химкинское ОВД и повысить у них юридическую грамотность – это Всемирный день ребенка. Помимо правовых дискуссий, кадетам рассказали о тонкостях работы в полиции. Эксперт-криминалист показал оборудование, которое позволяет обнаружить улики, и поделился со школьниками методами поимки преступников. Даже если преступник работает в перчатках, даже если у него герметичная какая-то одежда, он все равно оставит какие-то следы, которые потом я изыму при помощи своих приборов. По словам школьников, встреча не прошла напрасно. Мне было интереснее всего услышать про нахождение следов и отпечатков пальцев на месте преступления. Мне это очень нравится. Я пошел в кадетский класс, дабы как-то связать свою жизнь с военным ремеслом или пойти в полицию работать. Может, даже в МВД. Такие встречи полицейские со школьниками проводят регулярно. Сотрудниками полиции на данных встречах доводятся основные права и обязанности несовершеннолетних, возраст наступления уголовной и административной ответственности несовершеннолетних. Эти мероприятия направлены на формирование юридической грамотности у подрастающего поколения, потому что зачастую практика показывает, что они не знают в полной мере своих прав и обязанностей. Также для ребят провели экскурсию по управлению, рассказали, как работает дежурная часть и из каких подразделений состоит Химкинская полиция.